Прекращение работы многих правительственных учреждений и парков, находящихся на балансе федеральных властей, испортило планы, вот уж неожиданность, всеамериканской организации Ку Клукс Клан. Члены этого движения давно запланировали и согласовали с администрацией Национального военно-исторического парка Геттисберг в штате Мэриленд свою политическую акцию, которая должна была состояться в ближайшую субботу. Так называемые «белые рыцари Ку Клукс Клана» планировали выступить со своими традиционными призывами. Спасти белую расу Америки, выдворить из страны цветных иммигрантов, запретить смешанные браки, ну и так далее. Несмотря на экстремистский характер идеологии клана, первая поправка Конституции США защищает свободу слова в стране, поэтому акция была без промедления разрешена. Однако чисто технический фактор, а именно закрытие парка как место проведения акции, отменил грядущий протест радикалов.